Ігра! Шукалінський стосовав. Герман зняв і поставив свою карту. Посипав фіби квантових білетів. Це було похоже на мої фіби. Глубоке мовчання царствувало кругом. Шукалінський став метати. Руки тряслись. Направо лігла дама, налево туз. Туз вийшов, сказав Герман і відкрив свою карту. Дама ваша убита, сказав ласково Шукалінський. Убита женщина. Одна из дам головы, а следствие находится во тьме. Убийца до сих пор будет на свободе, а должен бы давно сидеть в тюрьме. Кто разберется, что в деянии темном? Ах, этот Пушкин, этот сукин сын, вот памятник себе воздвиг нерукотворный. А кто ответит? Салтыков-Щедрин? Нет! Гоголь! Конечно, Гоголь! Из его шинели сам Достоевский вышел с топором. Вот пусть и разберется в этом деле с классическим покойщик Глухарев. Пускай расскажет языком доступным, чья это жизнь, кого и с кем игра. Историю Фиделя Бубны давно пора представить публике. Пора. У карт вся жизнь игра. И по идее все правила у них, как у людей. Есть козы, масть других сильнее, а потому важнее других мастей. Так ключевым моментом в нашей драме с правами человека стал вопрос. В колоде пики были козырями, и тему эту ставили всерьез. А королем пик был некий мавр, ревнивый. Не в наше счастье в браке персонаж. У дамы пик характер был блудливый. Несчастлив всяк по-своему, Мальяш. Thank you.
буду! Я буду! Я буду! Я буду! Как, кстати, правильно, я буду или в этом? А то мне неведомо ни вам, ни нам. Вопрос этот невероятно трудный, поэтому мы говорим «губям». «Губям», где даже в тихую погоду не разглядеть далеких берегов. Где птица редкая, крылом прочертит воду. Вокруг больших Антильских островов. Эльбумна, горда и неприступна. У Фриги нет шанса по части преферанса.
несут свободу тихи миру остальному. Иначе к миру век свободы не видать. Нету других мастей приема против лома. Им демократии не избежать. Но бубнам, детям острова свободы, другие масти были не указ. И вот, чтоб штурмом овладеть народой, задействовали пики свой спецназ. Кто же еще, кроме нас, пиковой масти спецназ? Слушай приказ, кто